Профилактика суицида, подросткового буллинга и распространение наркотиков среди подрастающего поколения. Этой теме была посвящена прошедшая в одном из городских колледжей конференция, на которую пригласили преподавателей, родителей и учащихся. В роли спикеров выступили сотрудники Актюбинского юридического института имени Мулкиджара Букимбаева. Суицид, буллинг и наркотики. Данные три проблемы в последние годы стали актуальными для молодежи. Их случаи фиксируются все чаще. Влияет на это множество факторов. Мы знаем, что на суицид влияет множество факторов. Это может быть семейные проблемы, может быть неразделенная любовь. Да? Но последние годы это фактором еще добавляется это лудомания, азартные игры. Да? В связи с этим... Эти факторы сейчас становятся очень важными. И еще подростковый буллинг через социальные сети, через интернет-пространство. Потому что мы знаем, что мир технологий очень быстро развивается, а профилактика, к сожалению, отстает на два шага. Данным проблемам уделяется особое внимание. Усиливается работа психологов при учебных заведениях, а также правоохранительных органов. В связи с этим Актюбинским юридическим институтом разработан план охвата областной молодежи профилактическими мероприятиями. Ну, как юридические консультации, да. У нас есть молодежь, которая залазивает в долги, да. Родителям боятся обратиться, да. Не знают, как поступить. Может быть, у них какое-то влияние со стороны банков. Как в это время поступить? Кому обратиться? Что сделать? В этих случаях как бы мы со своей стороны мы можем помочь. Тема в настоящее время очень актуальна. Современное общество диктует новые правила. Подрастающее поколение стало жестоким. От этого появились буллинг, суицид и прочие проблемы. Мы со своей стороны тоже проводим открытые уроки, семинары. Такие мероприятия просто необходимы сейчас. И, по моему мнению, их должно быть больше. Актюбинским юридическим институтом проведено уже более 30 встреч в школах и колледжах региона. Подобная работа будет продолжена и впредь. Динара Абдуалиева, Бахыжан Идыгеев, телеканал «Актубе».